Всем привет, друзья! Вы на канале Shadow Игровые Миры. Меня зовут Дмитрий. Мы продолжаем с вами Dying Light дополнение The Following. У нас тут прекраснейшее утро в нашей деревне. Все спокойно, даже зомби не слышно. Заранее я просыпался в каком-то ужасе, когда вокруг зомби рычат. В депрессии просыпался, в плохом настроении. А здесь я просыпаюсь, душа просто не нарадуется. Машинку кто-то перепарковал от этого забора к этому. Аккуратно поставил, помыл. Стекла, правда, не помыл, но их нет просто. Но колеса помыл так точно. Кстати, еще внизу у меня здесь что-то есть. Я не обратил внимания в прошлой серии. Ух ты, призвать машину. Я могу в любой момент, если у меня машина где-то потеряется, да, по радио ее вызвать. У меня она радиоуправляемая. Это что за хрень? А, это собирательный предмет. Ну что ж, будем отправляться. Что у нас на повестке дня? Основное задание у нас сюжетное. Связано с дополнительными. Сначала нужно помочь окружающим, потом будем двигаться дальше по сюжету. Поэтому у нас впереди механик с каким-то Биланом. Надо встретиться на заправке. Его зовут Билал, но я буду Биланом звать. Странный шум, где-то что-то в парке, там что-то шумит. Надо будет какого-то, наверное, забулдыгу успокоить. И спуск в кроличью нору. Очень трудно, сложно, кстати. Но нам посоветовали так... Скромно посоветовали, чтобы идти на это задание ночью. Ну, понятно, мы уже когда-то защищали одно гнездо, будучи в Харане. Там мы с вами тоже туда ходили ночью, потому что прыгуны ночью выходят, а мы можем зайти и всех там перебить. Правда, нужно быть очень осторожным, они могут вернуться. Ну, что мы имеем? Поехали к первому заданию по карте. Сейчас я посмотрю, где она находится. Находится, ну, опять мужик этот хочет со мной поговорить, выживший. А мы с ним разговаривали в прошлый раз. Она игра, как обычно, сохраняет кривенько. Не все. Ого, сколько ехать. Ну, в принципе, на машине недалеко. Вот задание, но это то самое гнездо. Мы сюда ночью пойдем. Поэтому пока что поехали. Поехали, мой дрындулет любимый. Я теперь водитель, мать его. Так, задание у нас где? Можем поехать вправо, влево. А чё это, крушитель? Ну, давай. Чё, уничтожить? Хранение. А, любые объекты, да? Ну, я справляюсь, да? Ё-моё, ну самое время, ну. I'm fine. Don't worry. Да иди нахрен, Лена, или как там где? Сука, читаю. Дерево. Сейчас ненавижу. Кто это придумал? Only communicates through her priests. I'll try to get in touch with them, but these people don't trust outsiders for shit. Я успел, мать ваша. Я успел. Ни хрена себе. Ух, 700 в последние секунды. Я уже читал, я просто уже не беседовал сам с собой. Чем меня так вперед выкинуло? Один руль видел. Успел. Короче, кто не успел прочитать, что мне там говорила Лена, я успел и читать, и ехать. Она просто мне узнала, что там за состояние. Блин, как и что я вообще делаю? Чем заняться? А вот это можно разбить, эту херню? Это можно толкнуть. Хорошо, что не рискнул. В общем, она поинтересовалась как-то, чем я занимаюсь. Я сказал, что нашел выживших, и у нас теперь все будет окей. Я постараюсь, сказал, выяснить все остальное. Так, подожди. Не отвлекайте меня, дайте я вылезу. Сказал, что буду стараться им помогать, чтобы узнать больше информации, нужной нам. Тут что-то есть. Я хочу посмотреть, что это. Темный серп. Отлично. Батарейки. Какая-то хрень. И приз гонок. Это что за хрень? А, это тоже та же самая ерунда. Ладно, давайте еще выше. Тут, наверное, флажок, как обычно, да?
Нет, на этот раз ничего. А как тут прыгнуть? И не разбиться. Я думал, флажок разместят здесь. Да ни хрена. А здесь есть кучка мусора? Нет. А на что вы рассчитываете, как я буду сползать? И здесь нет кучки мусора. Вы что, демоны? А где канат натянутый? И здесь нет каната. О, ё-моё, мы попали. Но не мы, а я. Прикиньте, хрень какая. Повезло. Нет, не очень. А что делать? Как сползать с этих вышек? Руками, что ли? А, там же дырка есть для этого. Все спокойно. Только надо так, как... Ну, понимаете, да? Ну да. Ну да, да. А, столб есть. А, столб закрыт. На столбе не спустишься. Уроды. Кошмар. Чуть не погиб. Блин, что за экстрим пошел с начала серии? Что ж дальше-то будет? Ладно, поехали. Здорово. Привет, привет, привет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Пока, пока, пока. Ну вас нахуй. Так, 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 едем правильно. Машину надо беречь, наверное, она у меня не вечная. Но я не могу иначе. Я не могу ездить по дорогам. Привет, пугало. Красотка. Так, ну мы добираемся практически. Единственная проблема, что с вот этим вождением и машиной я абсолютно не ориентируюсь на местность. Я не помню, где я был, где я не был. Поэтому могут быть всякие казусы. Кстати, мне сказали в прошлой серии любыми способами бензин добывать и заливать себе в машину. Иначе еще нужно топливо. А у тебя один бак, да? У тебя больше ничего. Ох, еще что-то есть. Разборка бесхозных машин, разбросанных по всему пригороду, лучший способ добыть материал для создания установки ремонта автомобильных деталей. Как правило, детали военных полицейских автомобилей качественнее, чем... А что мне раньше-то не написали, блин, когда я распаковывал, мать вашу? В прошлой части, когда я полицейские машины обслуживал. Так, подожди, кто-то хочет со мной поговорить. Интересно. Да, я не доеду жизни до задания. Твою мать! Вот нахрен они здесь нужны, блин, уроды. Ладно. В голову попали? Нихера себе! А, или я был ранен. Скорее всего. А я с автоматом на него побежал, урода. Блин, а на него еще зомби напали. Надо было подождать чуть-чуть. И где я оказался? А на ближайшей вышке. 4400 забрали. А что это за вышка? А, вот зачем вышки нужны. Я здесь воскрешаться буду. Да, начало адское, конечно, у меня. Ну да, в этом дополнении стреляют... Просто великолепно стреляют. Это не там, где будут тебя стрелять мимо и мимо. Здесь сразу в голову. Здоровье у меня, конечно, было неполное, но все равно. Нужно быть в следующий раз внимательным. И помнишь, что тебя в любой момент могут убить. Ладно. Я надеюсь, вас там сожрали. Ого. Вас там сожрали уже. Надо было хоть автомат взять. Пошел с ружьем. Ну даю, конечно. Но я думал, так по-модному его убить. Чего они все в поле стоят? Здесь что? Кормят? Где моя машина? А там и квест какой-то возле нее уже. Или нет? А вот моя машина. А где бандиты? А, ну понятно, бандитов уже сожрали. Смотри, сколько тут народу. Ладно, мы еще с вами, думаю, встретимся, ублюдки. Сегодня вам повезло. 4400 забрали, да это ж нереально. Ты нахрена мне те очки?
Твою мать, краш-тест на зомби. Зомби, наверное, мутит, да? Ну, давай попробуем. Убей 20 зомби. Твою мать, что с камерой? Что-то меня выбрасывает. Получено очко навыков. Ну что, еще один прошел краш-тест. Вот оно. И что оно дает? Дерево навыков вождения дает доступ к различным улучшениям машины. Чтобы повысить уровень вождения, сбивайте врагов, выполняйте трюки и вжимайте педаль газа в пол. Окей. Но тут выбора нет. Механик уровень 1 позволяет создать детали машины уровня 1. А, то есть я постоянно буду теперь при деталях, да? Понятно. Можно теперь не волноваться. Что мы остались без деталей. То есть я постоянно могу создать. Смотря из чего, конечно, не создаются. Ну да, сцепление, подвеска, все здесь есть. Теперь мне волноваться не стоит, что я могу остаться с поломанной машиной. Так, погнали тогда на задание. Доеду сегодня, ну, то есть, краш-тесты всякие. Нет, ну их, конечно, выполнять надо, потому что я тогда машину не прокачаю нормально. Так, я правильно еду? По бездорожью. Тихо, заправка где-то здесь, да? Вон машина, чё б на джипе не ездить? Нет, взял баги какой-то. Пока, ребята. У меня что-то уже скрипит. А что, колесо уже, наверное, отпало. Дорога рядом, я нет, я еду по кустам, блин. Хотя и на дороге также машина ломается, как и на кустах. Извините. Так, сторожевая башня. Надо их активировать, это наше спасение. Теперь мы знаем, какое. Так, полицейская тачка. Одну минуту. Мне сказали, здесь лучшее оружие. Емкость с топливом. Ну, это можно не открывать. И где здесь детали? Синтетика. Неплохо, наверное. Ладно, если зомби нет, можно попробовать и открыть. Ну что, 10 отмычек чистыми. За ножовку агонии и патроны, которые нельзя взять. Да. Ну ладно. Вот наше задание. Это одновременно еще и безопасная зона. Кто там постреливает, не понял. Кто за шум? Кто стрелял? Чувак, ты стрелял? Безопасная зона. Ну да, здесь народу полно. Здорово. Кто из вас механик? Excuse me, you the owner here? Oh no, no, no! Hey, Nori, it's all right, buddy. Here you go. I'm Bilal. Это явно не механик. My brother. Oh. Kyle Crane. Bilal. Pleasure to. Oh, sorry. So, what can I do for you, Kyle? Well, I heard the locals might need a hand with a few things. Oh yeah, Jazir told me you'd come. I heard all about you. Listen, I'm just trying to help the people back in the city. Hey, helping the infected? You don't have to explain that to me. I get it. My bro got bitten about 2 months ago. Wait, 2 months? And he hasn't turned? I couldn't believe it either, but hey, there he is, still in working order, unlike this. Ну, не совсем в рабочем, что-то у него отсутствует. Just take a look at the board over there. Jazir ain't lying. We could use plenty of help. And man, I'm envious of your ride. It's the only working vehicle I've seen for a while. Tell you what, if you bring it back here and let me look inside from time to time, I'll give it some tuning up,
Make it even sweeter. If you want to be helpful in the long run, take good care of it. I'm not exactly a mechanic. Then it's a good thing you're talking to me. Here's what you do. It'll be a long drive, but I bet my left hand it'll be worth it. There's a Silas truck stranded on a highway. Go give it a once-over, and if you find any useful parts, bring them to me. Гибель автомобиля, вернее, грааль автомобилиста. И окраски наконец-то мы взяли. Ничего себе. А, он еще и кладовщик к тому же. А у нас тут много всего. Оу. Для машины, я имею в виду. Заработал я в прошлых испытаниях, которых везде. О, поставить мину даже можно. Щит, болты 2. Деталь турбины уровень 1. Аптечка, гвозди, металлические, отмычка. Ну, щит и это пусть лежит. Так, что здесь у нас? Наряд грязный снеговик. Это еще новогодние подарки остались, но давайте их разберем. Отлично, я могу быть грязным снеговиком. Квитанция на облик машины. В честь Хэллоуина от Джем Ли. Берем, берем. Зачем же мне эти квитанции? Я те две держу просто на всякий пожарный. Вы разблокировали новую краску машины. Туша называется. Квитанция на краску машины Rocket League, да? Ну вот у меня теперь не простая краска, у меня есть модная краска. Потом, что там у нас окраска для машины ВГМ. Благодарствую. Так, окраска для машины золотой кто? Золотая, просто золотая. Так, это что? Квитанция на чертеж сладкого восторга. Этот ломик способен испортить зубы не хуже конфет. Ну, давайте ее возьмем уже. Так и быть. Все, это оставлю здесь, и бонусные квитанции пусть лежат. Ну, нормально. Проверьте свой тайник. А у меня здесь есть тайник? Подожди, а что тут можно делать? Болванчик Билал. Рация, можно вызвать машину сюда. Ну, здорово. Практически. Полноценная база. Так, ладно, что здесь? Пропал человек. Увы, друзья, живем в скверные дни, хотел бы я сейчас пошутить, что Эмри должно быть ушел за пиццей, но по сути с кем-нибудь напился, как за этим водилось, но Эмри пропал. Кажется, он говорил, что собирается смотреть пиццерию на пляже. Места эти довольно безопасные, он может быть там, может даже и живой. Билал. Есть такое дело. Запирайте кладовки, друзья. Мало того, что чертовы твари разоряют могилы наших близких, так они еще и повадились воровать консервы. Орда сообщает о том, что... Орда, вернее, что одно из этих существ видели пещеры на пляже. Не сходить ли туда? Понимаю, народ этот рискованный, но и консервы добыть стало совсем непросто. Билал. Еще один человек пропал. Помните, как все обзывали Экрема и Бахри слабаками и лентяями? Похоже... Им осточертело, они заявили, что собираются обследовать ангар у зернохранилища. И как бы я ни пытался им объяснить, что лучше быть слабаками и лентями, чем дураками и трупами, они меня не послушали. А теперь не выходят на связь. Если кто будет там, проходите, разберитесь, что стряслось. Так, еще какая-то записка. Прихожане, недавно мы снабдили вас картами, где отмечены места размножения прыгунов. Добавьте еще одну точку. Пещера в скале рядом с алтарем. Это гнездо ближайшее новое, а потому наиболее опасно. Держитесь от него как можно дальше. На досуге. Может быть, посмотрим. Это записка? Нет, это не записка. Ну ладно, мы нашли чувака. Fuck. Power must be offline. Свет народу. Трудно. Расспросите Билала об электростанции. So what do I have to do? First off, get this fuse to Ali at the plant. He can't do shit without it. Once you get the fuse to him, we'll get the power back. If he can keep from electrocuting himself, I mean. Guy thinks safety precautions. Это, конечно, крутой парень. I did see a guy trying to dig a broken light bulb out of the socket with a steel screwdriver while the power was on. Yep, sounds like Ali. He means well anyway. So, listen, friend. Two things need to happen. One,
Like I said, get him this fuse. Two, we need a working insulator. Or the fuse blows as soon as he flips the switch. He says the old ones will hold, but fuck me if I believe him. Отлично. Отлично. Вот уже более или менее ничего. Задание у нас. Найдите изолятор на электровышке. Сколько мне тут заданий натыкали? А второй рядом. Доберитесь до стоящего на... Это здесь же, да? А, не все вместе. Хорошо, что я взял сразу два задания. А это что такое? Звуки в парке, а это... А, понятно. Еще два задания. Нифига себе, нас тут заданиями забросали. А ну. Тут еще дальние пещеры появились. Это кто еще? Еще какой-то выживший в поле стоит один. Здесь задание он появилось, смотрите. Посыпались. Ладно, давайте по порядочку. Привет. Пока. Привет. До свидания. Там какой-то вирус, лучше не подходить. Так, чертеж-разрядник. Это мое спальное место. Тайник игрока, мне надо тут кое-что скинуть. Например, агонию. Мачете. И темный серп можно выбросить. Остальное пока пусть будет со мной. Мины пока что не знаю зачем, таскать их с собой не буду. У фонарь, кошка, все остальное при мне. Сортир. Все хорошо, но электричество надо возвращать. Так, это заказы. Это периодические задания. Ух ты, сколько у вас тут. Здорово. А что с вами нельзя ни с кем поговорить? Хм. Странно. Какие-то все молчаливые. Может, потому что у них электричества нет, поэтому они молчаливы. Так, машина у меня с другой стороны. Погнали, пока день. Надо что-то порешать с электричеством. Твою мать, что же взрывы-то такие? Ну, мне бензин нужен, бензин надо залить. Мало ли, что меня там ждет. Давайте сразу собирать бензин. Пусто. Ух ты, еще не везде бывает, да? А, ну понятно, болты не проблема. Видите, их можно найти где угодно. В любой точке. А вот бензин, проблема. А болты... Ни хера себе. Ты еще и с молотком. Болты есть? Кто-то идет, подожди. Так, давайте мне теперь... Блин, теперь со всех сторон машину надо обдирать. Мобилка. Тихо, что-то близко движется. Привет. А ты не сильно крутая, нет? Так, мой топорик живет последнюю жизнь. А мне он очень сильно нравился. Что ж я теперь делать-то буду без топорика-то моего? Радужный-то мой. Вот еще супер аптечка. Интересно, она, наверное, лечит полную жизнь. Дайте я повангую точно. Скорее всего, так и есть. Если обычная аптечка лечит только 100 единиц здоровья, то это будет полностью исцелять нас. Нет, задница испытания. Если я буду их проходить, я здесь проведу на скорость. Как-нибудь потом. Что такое? Твою мать, еще кто-то. Это ты по дороге, да? Это не ловушка, нет? Сколько тут заданий на квадратный километр вставили-то, а? Чувак, а ты где? Здесь не обрыв, нет? Он что-то там не хочет продать и свалить? А, на вышке. На вышке ты сидишь, да? Ух, какой интерактивный мир-то здесь. Здорово. Ну, попробуй только дерьмо мне предложить. Так, топорик радуга, это то, что я и заказывал, но это не то, что я хочу купить. Паладин, кстати, за 600. Давай, паладин. А продать тебе нечего, потому что я разбросался. Радуга, у меня есть более мощное оружие на складе. Нет, ты меня обманул, друг.
Поэтому я вскрою твой сундук, и самое страшное, что я сделаю, с ним знаешь, что я сделаю? Я продам тебе то, что в нем лежит. Да, я жестокий. Вот ты сейчас купишь у меня крокодил. Держи. Специально для тебя. За 1600. То есть, получается, я паладин получил бесплатно, еще 1000 у него. Твою мать, как тут вылезти? Молодчага. Нет, подожди, ты же бензин взял. Ладно, я думаю, пока хватит. Поехали уже к электростанции, или к грузовику, или куда-нибудь. Бизнесмен, блин. Я думаю, мы и так с нашей ездой прокачаем уровень вождения. Тут же без машины никуда. О, первое гнездо прыгунов. Можем посмеяться и залезть туда. Твою мать. Я думаю, тут мостов таких не будет. Я уже в жизни попрощался. Так, главное не перевернуться. Да нет, ну вы что? Ну куда испытание на испытание? На мосте, на мосту вернее, вверху. Подождите, а грузовик где? Грузовик же здесь тоже рядом. Давайте задание на грузовик. Грааль автомобилиста. Он чуть-чуть ближе. Но он тоже на шоссе, он вверху либо? И он вверху. Ладно. Не припаркуешься. Зомби везде. С того, наверное, моста пойдем. Мы сверху пойдем. Так, давай отсюда. А я допрыгну-то со своей кошкой. По идее, должен. А ну давай. А это что, самолет полетел? А, нет, это не самолет. Я думаю, здесь самолет уж не летает. Так, мы на мосту. Угу. Крепенькие пошли ребята, я вам скажу. А топоры хлипленькие. Уже с двух ударов у нас. Четверть топорика и нет. Чё? А, здесь кошелек. Так, еще что-нибудь есть? Ценное. Оружие, наркотики. Интересно, а вот этой вот, вот этом вот автобусе бензина бы больше должно быть, да, по идее? Твою мать. Давай уже. Да, больше. Намного больше. Ух, там много зомби. Теперь мне еще задачу на виде поиска ингредиентов дали. Причем бензин надо реально искать повсюду, где только можно. Если резину-то можно достать? Так, это бак здесь, действительно. Но все равно-то ни хрена нет. Грузовик дальше, наверное, да? Пошел вон. Да, грузовик у нас здесь. Болты. Че какая-то хрень? Опять. Ну, на мосту их не должно быть, наверное, бензина. Да нет, есть в некоторых машинах. Угу. Так, я нашел грузовик. В чем тут проблема, рассказывайте? Бандиты? Я спрашиваю, бандиты? Это бандит? Я сейчас стрельну. Нет. I'll bet you didn't, thieving little some bitch. Well, relax. It's not like that. I was just looking for some parts to fix up my ride. I wasn't gonna steal anything. Ну, нормально. А я мог его расстрелять, потому что у него в руках автомат, и мне на сегодня хватит уже дыру в голове. Привет. It's parts you want, it's parts you can damn well buy. Jacob Graves is the name.
Kyle Crane. Good to meet you, Kyle Crane. Now listen here. These parts is mine. You want some? I'll sell you some. But ain't nothing for free. Alright, understood. Understood. Так, D500. Безопасная зона на мосту у нас будет, если что. Помогайте людям, и безликие обратят на вас внимание. Окей. Смазка 400 баксов, давай. Деталь сцепления уровень 2900. Деталь подвески 2, проволока, резина, сталь, трубки. Эти надо покупать, нет? Но если у меня уровень 2 есть, наверное, на уровень 1 уже не нужен. Ладно. Хотя деталь сцепления поможет. Ладно, давайте пока что все купим, чтобы у меня не было сюрпризов. Все равно у меня денег до хрена. Я могу ему продать еще настолько же, на 2500. О, я могу установить новую деталь, да вы что? Каким образом? А, у меня машины нет, она далековато. Так, подожди. Тут что-то можно скрутить. И это что-то находится здесь, что-то оранжевое. Это оранжевое. Болванчик какой-то, тайник игрока. А тут ночевать нельзя, по-моему, да? Или может призвать машину? Интересно, на мост прямо, да? Включить радио. Что тут оранжевое было? Я, наверное, его уже взял. Да, можно спать. Полноценная безопасная зона. Сколько у нас времени? Час дня, надо шевелиться. Этот генератор. Защитная хрень. Я думаю, будет работать. А машина у нас чуть-чуть дальше. Давайте посмотрим, как будет работать призвать машину. Она у нас как раз далековато, ну. метров, и машина у нас... Машина у нас еще дальше, наверное, стала, да? Да нет, вроде под нами. Кстати, электростанция тоже где-то здесь должна быть. Так, ладно, переключаем квест. Этот квест я выполнил. Странный шум, свет народа. Давайте вот это. А что это, сердце тьмы? А, еще одни прыгуны. Что-то не понял, где машина находится. Куда я ее призвал? Машина? Если я здесь... А, ну да, метров 10. Да, ну ладно. Сделал только хуже. Ну, кто знал. Я думал, она возле меня прям будет, а нет. Так, я могу отсюда спуститься без потерь? Нет, конечно, это же безопасная зона. Ты теперь вообще не можешь спуститься. Только так. А сейчас бы машина была прямо возле меня. Ну ладно. Нам тут свет народу надо дать. Подняться на вышку. Тут ремонтные грузовик их есть. Это, наверное, пока так. Вы же не умеете ползать по машинам? Надеюсь, что нет. Так, пока так. Ох, ё-моё, здесь будет весело. Все, дальше руками кошку отключили. Жестоко. Да? Включили кошку? Включили. Действительно, зачем же пользоваться кошкой? Лучше руками. Стоп, ну я что-то не догнал. А с моста не проще было? Конечно, нет. По мосту только слабаки ползают. Так, безопасная зона. Это хорошо, что я разблокировал. Сейчас будет падение. А ну. Отлично. Твою мать, а как же здесь присесть? Вот так вот. Жестокий нож, армейская аптечка. Так, лучше внутри. Внутри я хотя бы не разобьюсь, наверное. Там есть проход по канату. А что мне надо сделать здесь? Ой, по канату, по краю. Надо прочитать, что сделать. Найдите изолятор. Понятно. Изолятор, я думаю. Сейчас, сейчас. Ладно, давай сюда поднимемся, там посмотрим. А вон он, наверное, на краю висит. Давай. Да, вон он. Там нет, еще и правильно выбрался. Нет, ну это меня, конечно, не радует особо, что здесь... Как здесь?
Твою мать. Так, по краешку. Нет, ну неплохо засунули. Надеюсь, это изолятор. А ты и сам, наверное, сейчас, да, сейчас, наверное. Сейчас же твари сопрут, здесь же место. Одни гопники, блин. Блин, а нельзя? Ой, не долечу. Подожди, а ты сможешь? Отлично. Только не в яму. Отлично, отлично, давай с машины. Где-то куча есть. Где-то здесь есть куча, вот она. Вот так вот. Так, идите нахрен. Где мой изолятор? 40 метров. Здорово. Встретитесь с Ариной электростанцией у плотины. Далеко бежать? Думаю, далеко. Нифига себе. Ладно. Надо там будет зону безопасную активировать перед тем, как туда попаду. Все, бензобак полон, впервые в жизни. Подожди, а тут что-то я мог улучшить. Какую-то деталь добавить. А куда ее добавить? Сюда могу добавить, да, деталь? Нет, а куда ее добавить? Это когда... L1. Да, могу сюда добавить окраску. Окраска? Зачем? Подожди. Ты мне мешаешь, мать твою. Деньги есть? Простая трубка. А ну. Подожди, окраска, у нас же персонализация, правильно? Правильно. Туша. Давайте сделаем окраску, реально. Во. Ну, блин, супер. Белал слишком примитивно, это все базовое примитивно. Коллекционные, кстати, смотрите, Rocket League. Какой-то слоненок. Золотая. Лимон, малый восход, полиция, скорая помощь. Давайте туша, мне нравится туша. Во, так мне машина. А, чтобы увидеть рисунок, нужны двери. Двери мне пока еще недоступны. Улучшить. Могу починить все, но зачем? Не надо. Выбрать. Смотрите, сколько у меня всего. Схемы разборки в рюкзаке. Схемы сборки. Это я могу собрать. Понятно. Понятно. Могу деталь сцепления 2 поставить, 100%. Ладно, давайте добьем уже эту 47%, потом поставлю новую. Да, все же правильно, ничего не могу здесь улучшить. Улучшение машины, а ну, простые колеса. Тут нифига. Тут R1. R1. Ну это на персонализацию переход. Ладно, пока что невозможно, но мне как будто сказали, или я был... свидетелем того, что мне сообщили, что я могу уникальную деталь поставить, но, видимо, нет. Так, ладно, давайте двигаться вперед. Время ждет. Краш-тест для зомби. Я вижу, здесь все краш-тестами усеяно, да? А смотреть, наверное, вперед лучше. Краш-тест. Давай, 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 сейчас нас тут порвут с тобой. Здорово! Так, я сейчас умру. Предлагаю подлечиться. Отлично. Мы живы все еще. Ну, правда, были квесты, но это квесты на... Ну, понятно, на что. Вот еще квесты рядом. Ладно, давайте займемся дамбой. Потом уже все остальное. Тут, мол, глаза разбегаются просто, реально. Сюда, наверное. Тут еще теперь надо выбирать правильный маршрут. Если будешь ехать неправильно. Ого! Здесь даже есть прыгуны уже днем, да? Да, наверное, я зря сюда приехал. Сейчас будет больно. Это что, прыгун? А что-то бегает. Я не вижу. А, это здоровяк. Я думаю, кто это бегает по дороге?
Так, я сейчас буду здесь очень долго ездить. Как мне проехать нахрен к заданию? Сделайте мне маршрут линией. Иди нахрен, я с тобой не готов еще встречаться. Пусть тебя бьют друзья наши. Хотя не знаю, что это за друзья бьют. Бандиты, наверное, или нет? Новое место отмечено на карте. Здесь прогоны что-то отмечено на карте. Ну ладно, поехали. Все нормально, сотенку заработал. Ну, конец моим колесам. Какая-то лужа мочи. Но мы идем, наверное, правильно. Но мне надо выруливать направо, вообще-то. Вон туда. Попробую найти мост, если не проеду. Сейчас крышу снесет? Нет. Какие-то надписи замечено, что-то видно. Охотничья вышка, нормалек. Просто после спокойного харана я одичал, понимаете, одичал. Стал диким. А здесь столько всего. Вот смотри, что творю. Жив? Ненадолго. Хорошо, что здесь водоемов нет. Если были водоемы, я пожил, наверное, машину. Твою ж мать. В каком доме возле реки? Сука, на совесть давит. А где у тебя река? Дружище, я еще плохо ориентируюсь. Я не знаю, где здесь река. Есть? Появилось задание? Нет? Сердце тьмы, вот и пещера. Нет, это не то. Твою мать. А что тут летит? Самолеты летают? Груз даже бросают. Нифига себе. И такое здесь есть. Для самолетов уже не знаю, серии 20, наверное, нет. А где ж река, товарищ? Мост здесь, значит, река здесь. Ну где твой дом? Возле реки. Если тебя было слышно. Груз, наверное, на мост упал, да? Но в реке, я думаю, утонуть нельзя. Или можно? Я, наверное, все смогу. Шикарно, я угробил машину. Красава, как теперь его вынимать? Нужно топливо, я понял. Нет, машину как вынимать? Понял, все. Хорошо, что у меня есть сила Геркулеса. Ладно, в задницу груз. Давайте смотреть на домик возле реки. О чем речь-то вообще шла? Так, там зомби без головы. Нет, топливатель. Домик возле реки. Вот этот, что ли, домик? Скорее всего. Я тебя задавил уже? Наверное, про это речь шла. Вот этот дом, да? Мужик, ты здесь? Там кто-то очень быстро побежал. Пока. Пока. Я здесь, пацаны, я вас спасу. Если меня, конечно, не убьют. Че за нахрен? Задолбали меня с этим оповещением. Я не знаю, за что хвататься. Одна из деталей машины повреждена. Загляните под капот, чтобы узнать, что именно требуется ремонта. Для ремонта машины понадобится материал, который можно найти в брошенных автомобилях. Покрест. Спасибо, но мне сейчас не до этого. Так нахрен убегает сюда. Да пошли вон, вы че? Пусти меня. Лечись. Быстрее на сарай. Да нахрен мне твоя машина, мне тут жизнь спасать надо. Давай, давай, по одному. По одному. А чё? Чё такое? Нельзя, да? Ладно.
Это, конечно, чересчур шумно, но у меня нет другого варианта. Пацаны, вы там держитесь, сейчас приду. Чё там напишут? Ну чё, я разбросал их, по-моему, да? Да, разбросал. Пошли посмотрим. Да задолбал ты нахрен, уродина. Груз отобрали. Да себе его засуньте, этот груз. Пацанов спасать надо. Вас не сожрали, нет? Так, надо беречь свой маленький топор. Это моя надежда и опора. Давайте возьмем наш безжалостный топор. Место пока что лука. Лук пока что вообще здесь не нужен. В этом аду? Да, вот это он. Все, я всех перебил, у вас нет еще один. Где-то еще один остался. Нет, нормально, перебил, закрывай. Есть. Пацаны, я вас спас, нет? Да, они в доме сидели. 2000. Здорово. You did it. You really did it. I can't even express how grateful I am. How grateful we are. Привет, Эйлим. Тебе просто повезло, я за грузом вернулся, б тебя в жизни не нашел бы в твоем доме. We don't really have anything to give you, but at least treat this home as your own from now on. Там девочка злобная в углу, она что-то задумала. A safe place to rest can be a real lifesaver. Thanks. Избавься от девочки. Так, ну есть тебе помочь чем? Safe and alive, and it's all thanks to you. You're doing more good for all of us than even you know. It's no wonder everybody talks about you, Mr. Crane. Mr. Crane, ну спасибо. Здорово. Классный меч. Здорово. А, рекомендация вам поставить решетки на окна. Очень рекомендую вам поставить решетки на окна. Так, 5 вечера, наверное, я не поеду. Не выспавшись, здесь мне должны ночлег дать, по идее. Я, наверное, здесь вздремну до следующего утра, потому что я тут днем плохо ориентируюсь на местности пока что. А ночью так вообще меня сожрут где-нибудь. Так, тут что-то должно быть. Жестокий нож, труба. Ну, остальное пусть будет, но мне надо мачете подыскивать себе новое. Интересно, а если бы я пришел сюда позже, их бы убили? Скорее всего. Слушайте, меня как собаки постелили. Столько комнат, а меня на полу, как обычно. Герой, герой, а спи как... шарик. Из Простоквашино. Я ваш дом просто осмотрю. Машина моя где-то будет здесь, я надеюсь. Ох, тут резни сколько было. Подожди, а что это такое? Да нет, все нормально. Еще одна зона. Какой там у меня ранг уже? Ранг у меня уже... чужак. Почти половину уже достиг. Ладно, по карте мы с вами... ехать далеко, согласитесь. Сколько там? 2 часа еще ехать. Нам бы до этой зоны добраться. Иначе мы с вами, если помрем... Что это такое вообще? Ладно, не будем ждать ночи. Пошли, рискнем. Правда, желательно, наверное, сожрать аптечку. Быстрее заводи. Заводи, здоровяк, идет. Ну, им чисто повезло из-за груза. Если бы груз не сбросили, я бы все сейчас не вернулся. Вы что там, охренели все, что ли? Какой нахрен охотничий? Какое нахрен испытание на скорость? Так, подожди, откуда идет звук рядом? Подожди, мужик, подожди, у меня тут машина нахер полетела. Ух, вот это да. Вот это что ли сломалось? 21% сломалось? Давай попробуем первый раз в жизни починить что-нибудь. Ну, починил, и что дальше? 2 ремонта осталось, ну ладно. Короче, тут всем вообще нужна помощь, да? Ой, нет, я по воде не умею ездить. Прости, мужик, наверное, тебе никто не поможет сегодня.
это поможет. Где там? Что там за... Что за проблема? О, лодки. А, вот сюда, да? Так есть гора, блин. Или он наверху? А, нет, здесь. Так, я здесь, чувак. Да иду, блин, иду. Я не знаю, что там меня ждет. Ого! Сейчас, подожди, у меня есть как раз топор для таких дел. Ух ты! Так, спокойно. Спокойно, мужик. Тут твои фанаты стоят. Ну и все. Подожди, я вас попинаю. Мужик, с тебя аптечка. My prayers to the god of the sun weren't helping, but you saved me. Thank you. Понятно. Thank you. Take it, friend. Спасибо. Мне что-то спешить надо, ну ладно. Сука, еще таких встреч по дороге, представьте. Извини, но тебя беру. Как дела вообще? Тебе не холодно? Ну, здорово, да? Только не завис. Сейчас я все, точно все сломаю. Как отсюда выбираться, с этих вышек? Так, лечись. С тебя аптечка, блин. Где моя тачка? Сколько времени? 6 часов вечера. Еще ехать и ехать. Представьте, сколько я таких еще бедолаг встречу. Ладно, поехали. Сейчас главное не... Мать твою, ну... Там насажали деревьев. Ты не знали, что я здесь буду ехать? Оп, кто-то большой. Крушитель, да? Нет, надо. А, это плевательство. Он небольшой, он просто плюющийся. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это что еще за поселение? Сейчас же опять же, помогите. Воу! Нахер, нахер вас. Пошли вон. Чересчур много вас, ребята. Хорошо идем, да? Сказал я. Тихо. Так, тут через реку надо как-то. Нет, ну вот это издевательство. Что будет чиниться, если через каждые 5 минут? Здесь можно проехать? Здесь есть брод? Да, есть. Потом уже хоть особим на обратном пути. Дорога есть? Конечно, машину лучше держать починенной. Выходи, чини, пока ты в лесу. Спокойно же, да? Никто не бежит за мной. Тут еще за машину теперь волнуйся. Ремонт. Починить. Уверен. Что еще там поломается, через сколько? 52, 20, вот это поломается скоро. Конечно, можно поставить сюда, наверное, уже уровень 2, наверное, да? Не чинить первого уровня. Наверное, лучше чинить двух уровней. Но я не знаю, насколько они часто будут попадаться. Вот в чем проблема. Если они очень редкие, что я буду делать тогда? Простите. Я чуть-чуть по диагонали сейчас поеду. Так, что-то написано. Харан. Нет, только не в Харан. Что угодно, но только не Харан. Так, где-то здесь безопасная зона есть. Дамбу я уже вижу. Где здесь безопасная зона? Это не кусты с клещами. О, вышка. Где? Есть вышка? Отлично, я уже не умру. Но мне желательно безопасную зону. Бы. А я далеко от нее? Да нет, вообще в метре. Твою мать. Шевели бултами. Вернее, колесами. Вот здесь она где-то, это безопасная зона. Интересно, она что, берлога в лесу или что? Ё-моё! Ты там жив? Ну вообще обрыв. Хаос какой-то. Я не люблю такие...
решение ужасное. Дом, безопасная зона. За мной уже вышли. Что? Ё-моё. А я могу лечиться в машине? Нет, я не могу лечиться в машине. Нет, могу лечиться в машине. Лечится медленно, но... Ё-моё, да вас здесь вообще охренеть сколько. А давай, дави их. Дави газы, уроды. Ну все, машина перемирает, да? Да отъедь ты на них, от них на метр. Сука, все, задолбали. Ну чё, попал? Ну, по крайней мере, тихо стало. Так, падла, вы меня достали. Сейчас я дерьмом обмажусь, я вам покажу. Так, машина пусть стоит здесь, сейчас бы добежать только до... Так. Вы находитесь в неактивной безопасной зоне. Попытайтесь занять ее. Да, конечно. Сейчас, ублюдки. Просто надо было тишина. Тишина, тут закат прекраснейший. Времени уже осталось, наверное, час, да? Два. Так. Ну-ну. Ты меня не видишь. Бери быстрый топор, иначе проиграем. Она сама умерла. Не надо их убивать? Нет, наверное, нет. Ладно, давайте расслабимся, спокойно. Потом машину пойду пригоню. Вот это вот очень быстрая сволочь. С ней лучше не шутить. Давай еще обмазывайся говном. Один стоит где-то здесь вот. А вот он стоит где. Специально здесь поставили вокруг зоны, чтобы это было не так легко и просто. Так. Вот это еще. Это очень быстро их надо вырезать. Я на машине сюда даже не подъеду. Да, конечно. Что? Это стоянка для дальнобойщиков, прикиньте. Все, давай в дом. Давай пробуй. Убирай метку, нам мешает. Метка здесь. Через крышу, наверное, да? Где-то там плеватель какой-то еще есть. Внизу. Заходи, не бойся. Все свои. Здорово. Свои, мужик. Че, не узнаешь меня, что ли, или что? Сука. С тобой даже не знаком, ублюдок. Есть. А тут квест какой-то есть внизу. Ладно, что мне надо здесь сделать? Соображаем быстро. Или медленно. Я не знаю, что здесь надо сделать. А что здесь надо? В подвале что-то. А что в подвале? И где дверь в подвал? Твою мать. Это не дверь в подвал. Где же здесь подвал-то? Подождите. Дверь заколочена. Подожди, маскировочка. Радиовышка. Вот это дверь в подвал. Да. Что здесь надо сделать? Надо электричество включить, да? Да. И... Неактивная безопасная зона. Некоторые из безопасных зон пригорода неактивны. Нет электричества. Чтобы они стали доступны... Ох, какие здесь повороты. То есть я зря здесь, да, страдал? Прикиньте, охренеть, облом. Свет нужен.
А сколько у меня времени? Свет нужен. А безопасных зон в ближнюю... Ой-ой-ой-ой. А тут... Ой, кошмар какой. Гнездо прыгунов здесь же, рядом. Жатва есть какая-нибудь? Хоть что-нибудь? Нет, ну это, конечно... Нет, ночь здесь можно, конечно, переждать, но... Обнявшись. Сдохни. Надо бежать, у меня час остался. Опять я ночью выполняю какие-то задания. Машина моя находится где-то в лесу. Ну ладно, пойду без машины. Это, наверное, моя ошибка. А что делать? Электричества нет в безопасной зоне. Обалдеть. Что тут текстуры пропадают-то? Хорошо, как сюда попадать? Какое новое место? Здесь вышка есть рядом, если я подохну? Есть вышка, по-моему. Мне не надо туда залазить? Я ж тут воскрешусь, да? Ладно, что мне надо делать? Встретиться с Али. Бери ружье нахрен, то тут что-то неспокойно чувствую. Сток включит и меня поджарит нахрен. Али, ты здесь? Это явно не Али. Тихо, я свой. Мать твою. Не получилось, простите. Блин, стрелять нельзя ж. Сбежится аж полгорода. Один иди, один ко мне, да, один, давай. О. Все, ты не ходи. Есть, все, я свой, все, расслабились, я сказал, нахрен. Хотя, может, их не надо убивать? Что-то, мне кажется, не надо их убивать. Сейчас ночь настанет, сам себе задницу сделал здесь. Подожди. Что, кто-то есть? Женщина. Можно ворота закрыть? Зачем я их убивал? Никто не знает. Ладно, здесь кто-то есть? Я что, ищу в щитках, Али? Он настолько больной, чтобы в щитках находиться? Хотя, может быть. На электростанции у плотины. Ладно, давай думать. Пространство довольно огромное. Вот это может быть. Мать твою, еще и ночь наступает. Так я думал, что попаду в засаду. Умру хоть богатым. Ого, а тебя можно сломать шею, нет? Тихо, мне главное, чтобы признали. Али, ты где, сука? Как ты это делаешь? Надо было всех перебить, мать твою. Ты тоже обмазался говном, что ли, как и я? Быстрей, Али. Окей, я не буду им, но... Я имею что-то для тебя. Балал отправит свой лучший. Этот бастард. Так это все? Ты готов получить power? Конечно, нужно. Ну, естественно. When this ancient piece of shit broke down, the main transfer switch must have thrown. It'll need resetting. Where is it? Inside the dam. And I'm pretty much done here, so... Well, the faster you get to it, the better. Mother is good. Mother is life. Mother will help us. Подожди, здесь еще тетка какая-то. Mother is life. Mother will help us. Войдите внутрь плотины. Тут, короче, тетка какая-то что-то читает. Где тут внутрь плотины? Это же ночь на дворе, блин. Бензин есть? Спасибо. Используйте главный рубильник. Может, не стоит дверь закрывать?
не стоит. Все, ночь наступила. Опять себе проблемы назад сделал. В смысле, на один зад. Ну, в смысле, на свой зад. Тут сейчас как прыгуны появятся. Наступает ночь. Нет, ну ты гений, по-моему. Что ж. Зато очков с вами насобираем. Что это? Дверь не закрывай. Нет, это плохая идея. Да, ну ладно. Думаешь, что ты меня напугаешь, да? Нет, напугаешь, наверное. Так, я вылеченный хоть. Пушку бери, пушку в руку. Мы тонем. Где ты? Я не понял. Сука. Падла. Давай, вставай. Где он? Ему в голову надо попасть. Во, нашел его. Вставай, вставай. Вставай, вставай, вставай. О, он умер? А что с ним случилось? А реально, что с ним случилось? Не знаю. Но я выжил. Ладно. Дырку упал, что ли? Ну, естественно, вроде неудачники электрики все, блин. Не на время хоть, как обычно, сейчас дадут 2 минуты. Там вон стоят внизу куча людей. Используйте выключатель трансформатора, ладно. Я в заднице, наверное, как обычно, кошку у меня отобрали, да? Нет, кошка есть. Но пользоваться есть. А, нет, можно. Так, подожди, вот это что же красное горит? Давай я это включу и пойду домой спать. Машину свою забил? Сволочи. Так, стоп, а что ж я... Там что-то рыть. Ого. Вот здесь лук понадобится. Смотри, сколько их там плевателей-то. А я лук убрал. Зря, наверное, это сделал. Так, топорик, иди отдыхай. Мне нужен пятый сложечник, на пятая ячейка нужна. Мне не хватает одной. Где мои стрелы? Естественно, их нет. Напряженненько. Напряженненько, конечно, ничего не скажешь. Градус подняли игры. Это не блуждание по Харану в поисках чего-то. Че не убил? Переубил. Груз бросили. Да, конечно. Я за ними пойду. Не. А вон еще один стоит. Теперь его вообще не вижу. По-моему, так должен попасть. Выше чуть. Да, 600. Ну что, минус 2 плевателя, это хорошо. Еще одного ранил. Ладно, мне предлагают сюда упасть и... А, еще один плеватель. Стоять. А что мне время показывает? Я на кофе опаздываю куда-то или что? Ладно, держись, поможешь, держись. 300 смерть сразу в голову. Давай сразу осмотрим. Еще один должен быть. А, можно сюда аккуратненько. Зачем падать? Бери топорик. А, нет, можно. Ну и все, на втором этаже можно по трубам ползать. Можно в дыру залезть, скорее всего, туда мне и надо. Так, опасно, ребята, есть внизу? Сразу признавайтесь. Спущусь, блин. Хуже будет. Мне, конечно же. Да нет, ребят, нет, можно, кстати, на ту сторону перейти, посмотреть, что там. Вообще, мне вот туда в трубу хочется. Оно там есть. Ладно, давай аккуратненько сейчас как-то так, чтобы ты не разбился.
Вот так. Посмотрим со всех сторон. Да нет, здесь уже нормально, спокойно здесь вообще. Да, ну это ж я. Так, ладно, я понял. Давно не использовал этот приемчик. Слушайте, а вверху что, прыгуны появились? Походу, да. Тихо. Кто? Прыгун стреляет в меня. Прикиньте, это прыгун меня стрельнул только что. Они пришли, прыгуны. Я свой. Прикиньте, меня заметили прыгуны. И ночь закончится у нас когда? Нет, я, конечно, вас понимаю. А, они вверху. Смотрите, тут вход какой-то был куда-то. Они вверху. Это из-за ночи они здесь появились или из-за чего? Нет, смотрите, внизу ходит полноценный. Вы чё, блин? Как здесь выживать? Они хер ночью, наверное, да, сюда было приходить? Сколько там уже? 4 утра скоро. Твою мать, и что мне ждать до утра, что ли, пока они уйдут? Нет, ну я себе таких приключений назад придумал. Ну что, здесь меня, по идее, не должны найти, если я не буду двигаться. Хотя сейчас он подойдет снизу и меня засечет. Ладно, буду с кошкой тогда бегать по краям. Но тут сильно не побегаешь. Или они должны здесь быть, это объясните. Короче, если я обмазанный дерьмом, прыгун меня видит. Правда, я даже нашел, куда проходить. Рассвет скоро. О, рассвет уже скоро. Блин, чуть-чуть осталось. Ладно, давайте здесь зад погреем в углу. Спать можно? Да нет, кто-то здесь уже сходил по-маленькому. Не прикасайся, потом стираться. Стой. Утро скоро придет, сейчас они рассеются. Ну, это вы что? Три прыгуна, два сверху. И два снизу. Ну, один, ладно, снизу. Один снизу, один сверху, ладно. Но мне хочется исследовать, что здесь находится. Сейчас я отсюда выбегу. Я бы мог, конечно, сейчас бежать. Вон вот эту вот комнатку, что внизу. Я увидел, кстати, проход. Там двери есть. Ну, уже 5 утра. Еще часик. Все, уже все. Я надеюсь, вы уйдете. Если не уйдете, тогда мне придется с ним драться. Давайте, пока я стою, какая нахрен разница, чертежи. У меня аптечек нет. Стрелу можно одну доделать. Дерьмо. Никакого покоя, никакого. Где это, блин, аптечка моя? Побольше делай. Может, конечно, это прикол такой, нам придется с ним драться, но мне что-то не хочется сейчас умирать. Тем более, до рассвета осталось час. Здесь гнездо просто рядом. Здесь просто аж гнездо рядом, понимаете? Здесь где-то гнездо вот на выход. А вот, отсюда они приползли, все, машина моя стоит. Родимая. Ночь закончится сегодня, нет? Двадцать минут осталось. Уроды. Их не было, не плеватели были, понаприходили, сволочи. Прямо подо мной стоит. Вот где-то вот в этом райончике. Все. Все, разбежались? Разбежались, ублюдки, разбежались. 29 тысяч я получил за эту ночь. Ну все, теперь дальше мы хозяева этого склада. Мы и он какой-то сантехник внизу. Да? А мне уровень повысили? А, уровень силы давно уже. Я просто в панике не успел его повысить. Это что? Атака в падении. Добейте врагов мощной атакой с воздуха. Чтобы использовать, нажмите и удерживайте R2, находясь в воздухе, требуется одноручное оружие. Ух ты. Это интересно.
все, ночь закончилась. Эти ублюдки должны сейчас убегать. А вон они побежали. Не понял. Он что, здесь будет жить, что ли? Ты что, задрыч? Ну я не могу тебе отказать в прелести. Добегался? Секунд. Просто не смог тебе отказать, прости. Так, лук нам пока не нужен. Берем опять топор назад. Так, безжалостный пожарный топор вместо лука. Давай, он у нас более вечный. И на толпу рассчитан. А я, как обычно, ну дважды в одну дырку, да? Вон ты наш трупик наш. Привет. Пошел вон. Еще кто-то? Мне это место уже нравится. Здесь так спокойно. Окей. Так, прыгуна надо выскать. Что там за них дают? $15? Это за прыгуна мне дали? Дайте прыгуна обыскать. Сигареты премиум класс. Понятно? Мне даже его дерьмом обмажут, честно. А, вот они со всех дыр полезли, видите? Ладно. Сейчас чуть-чуть почистим. Груз отобрали, какая печаль. Так, тут что у нас? А, это я постреливал в этих плевателей. Опять вот. А, да они вечные. Это, видимо, чтобы я здесь не расслаблялся, да? Ладно, не буду я обмажу, чтобы меня не мешали. Все, поехали. Что тут можно найти с вами? Вот какая-то дыра. Что это за дыра? Это наши ребята, ладно. Что это такое? Насыпь какая-то, нам не сюда. Окей. Откуда ж прыгуны, интересно, появились? В этом засранном месте. Просто интересно. То есть здесь нет ходов. Неужели они через землю прокопали? Отсюда? Сомневаюсь. Хотя здесь тоже есть проход. Вау. Я, наверное, в зоне прыгунов нахожусь, да? Да, сейчас найду. Я сейчас выйду куда надо. Где я? Что это за гетто, блин? Держи маскировку. Так, почисти, я не могу стоять здесь спокойно. Отлично. Чего вы тут все делаете? Ух ты, я не могу его. Вот, могу. Отлично. Вот это быстрый. Очень быстрый. Ладно, что здесь? Что здесь у вас есть? И чё я сюда зашел? На всякий пожарный. Просто, видимо, коллекционный предмет, да? Скорее всего. Ну да. Окраска для машины. Самое обычное, ничего такого сверхъестественного. А здесь было убежище, видите, они здесь пытались от зомби спрятаться. Ну что, спрятались? Получилось у вас? Точно ничего здесь не упустил? Надеюсь, что нет. Окей, пошли дальше. Еще есть один проход. К сожалению, завален. Дальше прохода нет. Не попади, как обычно, между текстурками. Так, ладно.
Здесь не пройти, здесь не пройти. Хотя там свет есть. А, этот же свет и был. Все, 30 метров, погнали. Я посмотрел все, что хотел. Мне надо на второй этаж, вот там что-то горит. Так, что это такое за красный свет? Ну, мне в дверь надо, да? На втором этаже на что? Вот дверь, да. Нам во второе отделение. Сейчас, конечно, что-то будет. Я в этом уверен. И поэтому надо готовиться к худшему. Что лучше взять? Кошку? Да лучше кошку. Ружье, наверное, с двух выстрелов, чтобы кому-то сандилить в морду. И, наверное, сейчас будем бежать, наверное, на время, как обычно все. По канализации. Грин, the faceless said we have to pack up and go. I couldn't finish the job. Hurry up, man. We're moving to one of the shacks in the plant. Join us once you're done there, all right? А, типа вода прибывает, да? По какой канализации она? А как я заходил сюда? Ё-моё, я не помню, как я заходил. Вон дыра. Нет, по канализации. Нет, вода не прибывает спокойно. Это ж канализация? Нет, не канализация. Блин, через низ идти, да что у вас? Вода прибывает? Нет, не прибывает. А чё мне нельзя через верх пойти, вот скажите, пожалуйста. Нельзя через верх пойти. Как я, собственно, сюда попадал? Где дверь? Мне куда-то память вышибла, реально. Я не помню, как я сюда попадал. Хоть бери. Подожди, друг мой. Где же дверь была? Нет, ни хрена. Ни хрена, ладно. Сказали по канализации. Значит, по канализации. Значит, через низ. Значит, все-таки я правильно делал, что там обыскивал. Здесь я включил, здесь выключил. А где дверь? Или я через верх заходил? Вот же проход. А нет. Ладно, пошли по канализации, как скажете. Здесь вообще был безопасный спуск. Но канализация, значит, канализация. Погнали. Вода не под током. Надеюсь, что нет. Здесь я уже бывал. Либо у меня помутнение разума из-за того, что я здесь пережил. По канализации. Ну правильно, по канализации. Я же в канализации, правильно нахожусь? Там был один ход, но он закрыт был. Ручка не двигалась почему-то. Вот теперь мне она нужна. Это как обычно раньше времени заполз не туда, куда мне нужно, да? А вот вверх хоть убей, вообще не помню, как я заходил сюда. Через дверь же, по идее, заходил. Вот через вот эту что-то дверь. Да, она теперь активна. Ну дают. Ладно. Могли бы раньше ее активировать. Сейчас будет весело. Кого тут посадят в трубу? Это обвалится, да? Одни проблемы. Позитивные новости будут по радио сегодня? Или я выключу нахрен это радио? Во, я выход нашел. Но я не буду, если... Не посмотрю, что дальше.
Хрень. Тупик. Двадцать метров. А тут река, они спокойные. Ух, наконец-то воздух. Если с этого дерьма вылез, он как кто-то стоит с молотком. Мне куда? Мне вверх надо, да? Подождите, она тут ничего нет. Женщина какая-то стоит. Одинокая. Дамбище. Здорово. А, вас тут много. Я думал, ты какая-то уникальная. Оказался примитив. Ну что, мне наверх. Можно это сделать по тому краю. Блин, ну живо... живопись, конечно, супер. Вон еще один стоит, на это плеватель. Ладно, пошли на тот край, еще сползаем. Фу, блин, дерьмище. Вода отвратная. Вода отвратная. Давай по вот этому еще пройдем. Посмотрим, что с той стороны. Окей. А, здесь такой же хрень. О, плеватель. Ну что, ты и я? Ты и я, сука. На тебе. Прыжки его. Ладно, аккуратненько. Бери, наверное, все-таки маленький топор. Тут явно с подвохом что-то сейчас будет. Ого, тут еще идти. А, это я выбрался просто, да. Это же та же стоянка, можно на крышу даже залезть. О, машину подогнали, да? Машину реально подогнали. Нет, машина далековато. Окей. Куча зомби, лучше бы обмазаться, если бы найти сейчас какого-то доходягу. А вот это здание, это без двери здание? А, вот и вход. А чё через канализацию выходил, кто-нибудь знает? Подожди, мне интересно. Я не буду заходить, но я гляну. Блин, вот в чем проблема. А я и думаю, ну была же дверь, а ее засыпало, оказывается, просто. Думаю, ну как это, блин, ну неужели у меня провалы в памяти такие? Ну ладно, ночка была ужасная, страшная, но не до такой же степени. Чтобы забыть, как выходить. Эй, что, бензина нет? Ну, у вас и автопарк. Электрики. Дамбисты. Да. Хоть болтов дали. Так, это, наверное, хрен кто откроет. Ладно, 58 метров, давайте. Не думаю, что здесь будет слишком людно. Но надо быть все равно наготове. Опять они дом ломают. Мне сюда же, да? Да, вас сильно много, не хочу от вас руки марать. Нет, мне сюда, да. Мне реально их надо всех перебить. Давай, бегом, бегом. Твою мать. Не хочется топор тратить. Сколько дерьма с вас выпадает. Особенно с тебя. Вонючка. Немного лута не помешает. Опять сбрасывает антизин. Кстати, может меня за антизином сбегать? Ну это не антизин, это, наверное, просто припасы какие-то дают. По частям. Еще недалеко и сбрасывает. Интересно посмотреть, что там в ящиках. Так, это на всякий случай, поэтому возьму вот так. Кто его знает, что меня здесь ждет. Только не пугайся, я в дерьме немножко. Какую область? Все спокойно, выходи, мать твою.
Okay, I think you're safe now. Jesus, what happened? I don't know. He just said, we gotta go now, and let me hear. Told me to get inside and lock the door. He's dead now. May the mother bless his soul. Let's go, Ali. You said you needed to finish something out there, right? Yeah, I was almost done. Just need to flip some switches. Well, I'll stay on guard while you're doing it. You ready? Yeah. Let's go. The sooner we're done with this, the better. А, съели Безликого. Это тут... Тот, кто его... Защищает. Из себя хоть бы спасти. Ладно, я тебя спасу. Главное, его самому не пристрелить, это будет весело. Ну что, сейчас набегать будет со всех дыр, да? Да, Безликого сожрали. Это тот, кто чары какие-то здесь развеивал. Зелья дали, небось. Да? Сейчас будет дискотека. О, блин. Лечись. Лечись. Я рад за тебя. Лечись. Блин, ну на это я в огонь вступил. Быстрей, мать твою. Быстрей. Еще идут. А, это... Это меня током ударило, видать. Так круто. Лечись. Сука, у нас там 5 аптечек еще есть. Током лупит рядом. Еще идут. Бедный мой топорик. Груз отобрали. Какая печаль. Я лечусь. По полной программе. Ты там чинишь, нет, придурок? У меня же аптечки заканчиваются. Рыли-рыли, блин. Поговорите с Али. Али, как-то не до тебя, понимаешь? Он жив там, нет? Ох, током его вышибло. Так, отлично. Смотри, сколько мяса. Сколько мяса. Меня сейчас шибанет, не ходи туда. Так, вот это у нас собрать еще. Зря топор ломал свой. И в следующий раз надо брать себе новое оружие. Радужный топорик мой больше мне не поможет. Так, еще есть что-нибудь? Конечно, есть. Столько припасов и не собрать. Ну все, наверное, все. Ну там остались еще парочка. Но это может стоить мне жизни. Ну конечно, жадина, блин. Все, давай, Али, нахрен это все. So, power's back on for good? It's back on for now, but this old rusty broken ass equipment? I make you no promises. Alright, fair enough. I'll be heading out then. You coming? Nah. This place is safe now, right? I'll just hang out here. Observe for a while. Make sure it doesn't all break down the moment my back is turned. No, целый уровень повысили, ничего себе. Теперь вы гость. Уже не чужак, это хорошо.
Разблокированы легендарные уровни. Отлично, вы полностью открыли одно из деревьев навыков. Теперь все очки, получаемые в этой категории, будут засчитываться в пользу легендарных уровней. В меню навыков появилось соответствующее древо. Набирая легендарные уровни, вы будете получать доступ к новым эмблемам, одежде и оружию. Станьте легендой Dying Light. Превосходно. Легендарные уровни. Помогай людям и безликие брать от нас внимание. Еще 9000 за что-то. Блин, я не успеваю просто. Сука, всего надавали. Так, уровень выживаемости. Максимум. Максимум — это мастер выживания. Вы легенда Харана. Вы получаете дополнительный усилитель здоровья и учитесь использовать кошку, щит и маскировку более эффективно. Нифига себе. Кошку. Дальше будет, наверное, хватать, да? Щит и маскировка. Маскировка — это здорово. Ну, конечно, купить. А что еще? Так, а что за легендарные уровни, расскажите мне. Где их искать? Так, я купил все. А, вот, легенда, уровень легенды. Дерево легендарных навыков поможет вам достигнуть новых вершин. Чтобы быстрее повысить свой уровень легенды, играйте на уровне сложности кошмар. И развивайте до максимума другие деревья. Спасибо большое за совет. Мне и этот уровень кошмаром кажется. Повышает урон в рукопашном бою. А на кой хрен, не понял. Одноручное оружие. Повышает урон одноручного оружия. Повышает выносливость. А, понятно. Повышает урон. Ну, это как в Diablo 3. Когда ты уже все прокачал, начинаются такие вот штуковины. Повышает здоровье на 3 единицы. Очень большой, существенный. Огнестрельный урон. Огнестрельный, по-моему, нормальный у меня урон. А, восстановление здоровья. Плюс 2. Да ладно. Восстановление. Лук. Повышает урон из лука. Плюс 40%. И эффективность лечения 2% здоровья получено. Повышает эффективность лекарств. Ладно, мне нравится лук и мне нравится урон одноручным оружием. Но, в принципе, оружие-то можно прокачать. Лук вот у меня только один. Давайте лук, наверное. Или как качать-то? А как качать? Или мне еще нельзя? А, я просто открыл. Наверное, только открыл. Это в будущем, наверное, да? Каждый балл увеличит наносимый урон от луков и арбалетов. Да, это, наверное, потом будет, когда у меня следующий уровень на 25-м, следующий ранг 1. Понял. Это я только что прокачал уровень выживаемости на максимум, а потом можно будет вкачивать сюда что-то. Нет, у меня есть там один. Стоять, а как же здесь как увеличивать-то? Какими кнопками? Или нет? Нет, скорее всего, нет. Это машина, да, скорее всего, потом. Ладно, разберемся уже по ходу. Это просто показан, какой у меня уровень. Не более того. Ну, все. Я в безопасной зоне. Здесь я кого-то убил. Здесь я много кого убил, конечно. Не собрал только ничего. Что мы теперь имеем? Мы теперь имеем возможность с вами электрифицировать зоны наши. Вот чем прелесть-то. Да прям таки. It's important. Сделаем, конечно, но сначала сюда. Сначала сюда. Что там джассирует-то надо такое важное? Твою мать, да оставьте меня в покое. Далеко? Нет, рядом. А кто там? Какая-то замануха. Да, там какие-то два чувака. Ну, суки. Один раз они меня в начале игры убили. Теперь пришло время поквитаться. Давай. Вот тебе автомат, твой ублюдок. Вот и тебе автомат, ублюдок. А этот не услышал, прикиньте. Нет, услышал, но уже поздно. Ох, на столб повесил практически, видели? Чего тут ублюдки делали? Правда, у меня что-то стрелы больше не хотят продавать. Вот идет, классный. Прикиньте, три вооруженных было. Представляете, что бы они со мной сделали?
Они вот это открывали. Так, полицейские машины сказали, отличные детали дают. Проволока. Бензин всегда у них есть. Обман. Вот бы классно, если бы я его на столб повесил. Вот это была бы тема. Три с автоматами. Они меня изрешетили бы. Просто взяли и изрешетили. Это мне, получается, повезло, да? Так, ладно, мне к Джайсиру надо лететь. Что-то не двигается дальше. У меня отмычка. Наверное, дальше нельзя, что ли? А что дальше? У меня отмычка не двигается. Какой-то баг. А дальше, наверное, нельзя, да? Я ни хрена не пойму. Дальше не продвигается что-то у меня. Да нормально, все спокойно. Просто после дамбы еще руки дрожат. Ух ты! Пустынное ружье. Это мы проверим. Даже прямо сейчас. Урон какой. Ну, с моим 2000-м золотым не сравнится, сами понимаете. Здесь была небольшая засада. Полицейская винтовка. Так, метательные ножи тоже вещь бесполезная. Давайте бегом туда. На базу здесь уже все зачищено, по идее, должно быть. И база должна быть наша. Тут даже цветы растут в тачке. Все, теперь просто в подвал и включить. Зомби ж не заползли, нет? Где подвал был? О, призвать машину. Стоп, а это уже моя зона или еще и надо активировать? Надо активировать свет, дать. Хотя нет, если я могу пользоваться, призвать машину. Ну давай призовем машину. Машина возле нас, надеюсь, на стоянке. Так, это не здесь. Сейчас я должен посмотреть. Но это как-то не совсем безопасная зона, согласитесь. Можно пожрать. Нет, это безопасная зона, ничего не могу здесь сделать. Это безопасная зона уже, да? А, то есть они автоматически активировались, даже если они были без света. Просто она была зачищена, но до этого момента... Тихо, не надо в текстуры лезть. До этого момента просто она не работала. Теперь свет дали, и все заработало. Правильно? Правильно. А что тут столько всего есть? Что это такое? А, это что такое? Это задание, наверное, да? Нет, опять домашние припасы. Представьте, сколько их здесь. Что-то мне кажется, что зона еще не активирована. Безопасная. Где же мне здесь спать? Это реально зона безопасная? Кошмар, нифига не пойму. Нет, это не безопасная зона. Это просто зона, где можно... Да нет, кровать, по-моему, уберем эту метку. Есть кровать, подожди, а где же кровать? Ну, на втором этаже ж, наверное. Да, на втором этаже тайник. Что, в сортире здесь, что ли? Опять постелили, где ни попади. А, вот она. Ну все, я-то думал. Она автоматически активировалась, понятно. И балкон у меня шикарный есть. Автомобиль мой, пока не увижу, не успокоюсь. О, красавец. Скелетный. Один стоит. На всей базе. Ладно, друзья, все, на этом закончим. Нормально побегали. Найдите пещеру на пляже, которую видели вора. Странный шум, спуск в кроличью нору и сердце тьмы. Но мне сказали вернуться домой. А дом это где? Дом это, чтобы туда добраться. Надеюсь, меня автоматически перенесут в следующий раз. Да, у нас тут какой-то квест нарисовался. И что-то нужно будет здесь выяснить. Но он автоматически у нас нарисовался, поэтому сейчас огляну по карте. Вот еще какая-то зона есть. Тут вообще гнездо рядом с безопасной зоной. Было бы неплохо, кстати. Ладно, друзья, в общем, я останусь здесь на крыше. Место тихое и спокойное тоже. Флюгер даже есть. Ничего себе. А металл ценный. Можно, наверное, продать. Останусь здесь и в следующей части пойдем дальше. Скорее всего, продвинемся, наверное, уже по сюжету. О, даже ход на чердак есть. Сейчас я чувствую, здесь навсегда останусь, да? Опа! А это что такое?
Карта какая-то. Не понял. А, тут такой скрытый подвальчик. А что это? Что-то же значит, правильно? Какая-то метка, которую надо, может, активировать когда-нибудь или что-то с ней сделать. Ну ладно, разберемся. Но нарисовано неплохо. Наверное, какой-то символ матери или еще чего-то. Спасибо, что смотрели, друзья. С вами был Дмитрий, канал Шедвер Игровые Миры. И до новых серий Dying Light The Following. Пока.